За последние 5 лет объем инвестиций составил около 11 миллиардов рублей. Это позволило снизить удельные выбросы примерно на 30%. Если говорить о наиболее крупных инвестиционных проектах, которые были реализованы в этом направлении, то я бы хотел напомнить, прежде всего, это установка в сталеплавильном производстве системы газоочистки неорганизованных выбросов от конверторов. Это газоочистка шахтной печи номер один. В 2017 году мы реализовали также еще одну очень серьезную крупную инициативу. Это установка газоочистки, система газоочистки, установки печь ковш и доводки металлопроката. Собственно, вот наш фокус на эти проекты дает очень хороший результат. Но, безусловно, можно говорить о том, что не только вот эти целевые экологические проекты дают этот результат. Все наши крупные инвестиционные проекты, которые мы сегодня реализуем, мы стараемся реализовывать с учетом на экологию. Так, например, наш самый крупный инвестиционный проект ближайших лет – это строительство доменной печи номер 3. Мы также планируем реализовать самые современные технологии. Мы планируем установить систему аспирации, которая предусматривает установку рукавных фильтров, которые очень эффективны как раз в улавливании большого количества выбросов. Потом мы продолжим эту работу в этом направлении.